Rider, buster, you need it. I'll bleed it. Geeking off a parking, bitch. I'm feeling like a demon. Bitch, I came in, drifting on the pavement. Всем привет, добро пожаловать на канал Топлей Геймс, с вами Макс, и сегодня мы играем в GTA Vice City Stories. Мы продолжаем прохождение. В предыдущей серии у нас к нам приехал наш брательник Лэнс. И я думаю, сейчас начнется что-то жестокое. Шланг Луис, в руки. Это я. Вик, слава богу, вы здесь. Я слышала, что говорит ваш публичный дом. Девочки, в порядке? Это сделало семейство Марти? Я спущусь. Так, пожарные у нас... звонили? Не волнуйтесь, я знаю, бизнес где мы достанем наш пожарную машину. Подожгли. Let's go, скорее, спасать. Там могут погибнуть все. Правда, блин, патронов у нас, конечно, всего лишь 9 штук. Не знаю. О, кстати, пожарная. А, что, вот. А, нам нужно пожарную машину угнать и самим потушить. Вот так ничего себе. Все, давай, до свидания. Вы уже там все потушили, дайте теперь нам потушить. Так, а на какую тушить? А, вот все, нашел. Да, а как этой хренью управлять? А, все, я понял. Да туши ты, блин. Как беспонтово ей управлять, охренеть. Он не тушит ни хрена. Да ну, вы чё, серьезно? Как это, как этим говном? Как этим говном тушить? Ну вы чё, серьезно? Что за дерьмовое управление? Этот... Ни хрена же непонятно. Вверх-вниз, да, она работает. Ну, такое себе, конечно, привыкать надо к этому управлению. Сейчас, короче, заново начнем. Я думаю, что привыкну. Все, это пропустить можно. Луис, это я. Пожарную звонили? Блин, пожарную машину угнали. Заново придется пожарку угонять. Блин, ну, конечно, да. Это не на клава-мыши играть. На мыши бы было гораздо удобнее, если честно. Тормозов у меня ни хрена нет. Да садись ты быстрее, блин. 3 часа бежит до машины. Наконец-то. Ну давай потушим. Ну, тушится, нет. Ну, ладно, пофиг на машину. И чего? A few moments later.
Ура, наконец-то это свершилось. Я, наверное, раз 10 перестартил. Это кузен Марти. Он сделал это, Вик. Возьмите его. Ублюдок имеет 6 пальцев. Эй, ты! Как я его возьму без пистолета теперь? Я, блин, умирал. Убей поджигателя. Хочешь нарваться, нарвешься? Чё, в рукопашную, что ли, завалить его? А, ну ладно, окей. Фух, блин, я справился еле-еле. Чё, как жестко-то было. Доход бизнеса. Сегодня 1300. Блин, ну, если честно, прям больно было управлять этой пожарной машиной. Слышала, ты тратишь много времени на женщину. Не трать на нее все свои деньги. Не забывай о своих обязанностях перед семьей. Все понятно. Мне эти парни совсем не нравятся. Ладно, погнали следующее задание. Так. Вик, социальный служащий сказал, что я была плохой матерью. Парень сказал, что собирается убрать Мэри Бет от меня, если я уберу для него. Но я покажу ему. У меня есть несколько парней, чтобы позаботиться о нем. Что? Его убийство приведет к неприятностям. Когда это случилось? Ну, прямо сейчас. Я сделал неправильно? Как я мог знать лучше? Социальный служащий, останови бандитов, которые собираются... А, она хотела уничтожить социального служащего, офигеть. Да, мы, конечно, с голыми руками сейчас останавливаем. Ну, конечно, надо же было до этого додуматься, блин. Двигай это дерьмо. Двигай это дерьмо. Кто-нибудь, помогите! Где этот социальный... Так. И как мне их остановить? А, они стоят на этом. Ну-ка, брысь из машины. Скоро начнется другая жизнь. Чувак. Ищешь неприятности? Люблю убивать говнюков. Давай мы по тебе просто проедемся. Еще тебя тут не хватало, коп. Ты можешь потерять социального су... А что надо сделать? Догнать его, что ли? Давай, я должна идти номером 2. Давай догоним. Давай догоним, блин. Я думал, просто нужно бандитов сбросить с хвоста. И чё с тобой сделать надо? Отметь у себя в отчете. Луизу Вильямс оставьте в покое, или мы станем близкими друзьями. Просто таранить, что ли, его? Ну окей, сейчас потараним. В принципе, нам бы его остановить как-то надо. Брэнди собирается убить меня. Стой на месте, паренек. Не двигайся. А, вот так. Чувак, я сейчас твою тачку всю ушатаю. А ты чё на месте-то завис? Ладно, потараню тебя, раз ты дверь не открываешь. Он просто стоит, завис на месте. Ч
еще должно произойти, я не понимаю. У нее уже тачка дымится, я просто боюсь, что она сейчас загорится. А, вот. Хорошо, хорошо, она белый хлам, так или иначе. Тупая миссия, если честно, прям максимально тупая. Луиза, Вик, я просто хотела поблагодарить. Ты урод. Ничего особенного больше. Ну давай поблагодари. Так, нам жизни, кстати, нужны. Да, то что-то жизни мало очень. Так, а что у нас по карте? Л, это у нас Лэнс, оказывается, да? Но вот на Ю мы поедем. Все-таки тут поближе ехать. Ух, что у него за подвеска? Жесткая для пикапа. Так, чё эти гаитянам надо? Точнее, мексиканцам. Забавная посылка. Вы Умберто? Стриптизершу не заказывали? Простите? Потому что я не люблю, когда тёлки так лысеют. Что? Ты о чём, клоун? Нет, нет. Я такой же, как и ты. Умберто Рабина. А ты, наверное, Венс. Да, это так. Так ты слышал о Марте? Да. Я слышал об этой тупой шлюхе. Какой печальный конец. Драка двух шлюх. Мне это нравится. Две шлюшки, такие горячие и сладкие, и бац-бац-бац-бац. Если тебя это интересует, меня мужики интересуют. Успешные. Звучит забавно. Слушай, ты работал на Марте много лет. Скажи, я могу тебе доверять? Конечно, милочка. Если докажешь, что ты не трус. Так, ну и чё, как тебе доказывать? Нужно, чтобы в даунтауне кто-то забрал пакет. Привези его мне, если сможешь. Я тебе не рассыльный. Пока я не пойму, что ты настоящий мужик, между нами никаких отношений. Да, помните, в Vice City, когда мы проходили, он все про стальные яйца рассказывал нам. Большие стальные яйца. Он помешанный какой-то. Ну, забери посылку, но я так думаю, что тут ничего сложного не должно быть. Тачка огонь, кстати, вообще. Она едет прям классно и рулится. Малая Гаити. Будь возле сундука. Давай на максимум топим. V8 делает вещи. Так, а нам оказывается не сюда. А я думал, что так близко нам за посылкой ехать, а оказывается вон оно куда аж. Блин, вот сделали бы на новом движке Vice City Stories, вообще бы кайф игра была. Гилберто украл посылку, ах ты говнюк сраный. Ну-ка едь сюда, я сказал, Гилберто. Сейчас мы с тобой разделаемся. Чувак, давай по прицельнее бей. Ой, там их слишком много как-то. В смысле, опять кто-то украл посылку? Да хватит воровать посылки. 4 звезды за мной. Офигеть.
Вот это посылочка там. Да стреляй ты по нему уже. Да он вообще косой, блин. Давай, 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 погнали, погнали. Да блин, садись ты, болван. Смотри, как я умею. Жесть, жесть. Офигеть. Вот это было опасно сейчас. Фух, чуть не попались. Не мешало бы машину перекрасить. А то с 4 звездами как-то кататься мне не особо в кайф. Вот и все. Как будто ничего и не произошло. Фух. Что интересно за посылка там такая? Камера так трясется угарно. И луна двигается. Грасиас, Вик. Я поцелую тебя. О, не сегодня. Миссия пройдена. 750 баксов. У нас уже 4000. Погнали дальше. Шо опять этот нам мексиканец предложит? До Лэнса далековато ехать, блин. Кубинский Гермес. О, новости. Прикольно то, что тут и новости сразу по радио. Ничего страшного, если я так припаркуюсь. Большой переполох в Малой Гаване. Хотите горячего кубинского? Похоже, в вас есть что-то кубинское, леди. Нет, я из Огайо. Так может, горяченького? Нет, я тебе уже говорила, что я лесбиянка и путешествую вместе со своей спутницей. Мистер Рабина, богатство вашего отца вызывает зависть. Что бы там ни было, Вик, говорю тебе, эта тёлка по мне сохнет. Чувствуешь это? Она сходит с ума. Опять ты за свое. Слушай, у нас проблема. Твой парень, Джерри, он постоянно создает проблемы. Мартинес? Черт его возьми. Мистер Рабина, напомню вам, что я очень занятая женщина. Детка, Мира, слушай. Держи себя в руках, хорошо? Нам нужно решить серьезные мужские проблемы. Почему бы тебе не посидеть здесь тихонечко? Не волнуйся. Я вернусь к тебе с серьезным Чесира. У тебя нет подружки для моего друга? Он немножко робкий. В любом случае, давай прокатимся. Ну, давай прокатимся. Что там, научи этих мальчиков быть мужчинами и вырви наши улицы из рук долбанных чала. Мне нужно разобраться с тёлкой. Ты не идешь? Я скоро буду, но не с тобой, мой друг. Я горячая малышка. Разрушение Малой Гаваны. Избавься от мексиканских головорезов. А. А то есть мы не мексиканцы, да? А, в смысле? А, ну да, не прокатывая, да? Специально для вас. Ну садись, блин. Долго тебя ждать-то. Они разрушают Малую Гавану. Надо это не допустить. Ни хрена себе, ребятки.
Да я их просто собью, вот и все. Только у меня уже машина дымится, блин. Ребят, что-то вы долго их расстреливаете. Прям долго. Так, прибывает подкрепление. И где оно? Можно как-то побыстрее их уничтожать? Так, еще. Да сколько же вас тут? На обратной стороне здания. Так, здесь можно проехать. Главное машину, чтобы мне не взорвали, то обидно будет как-то. А, мы за кубинцев, а это мексиканцы, все понятно. Да что вы косы такие? Ой, сейчас взорвется. Да ё-моё, сколько ж вас? Все, наконец-то расправились. Отвези, ребят, Умберто назад к его дому. Вовремя, потому что у нас уже машина на последнем издыхании. Все, изи. 800 бачей. Погнали сразу следующее. Не беспокойся, папа. Есть для этого смелость? Я не знал. А ты? Я видел дерьмо, и не из таких. Ты не говорил, что твой отец умирает? Заткнись. Он мой папа, и я его люблю. Не могу поверить, что ты сделал это. Ты оставил его умирать там. Умберто, в чем проблема? Боже мой, я останусь круглой сиротой. Чувак, очень жаль. Как это случилось? Это не случилось, брат. Альберто, это его отец. Он пошел смотреть борьбу. Тогда почему плачешь? Мы только что видели, как туда направлялись Чоло. Тогда почему никто не поехал и не забрал Альберто? Именно это мы и говорили Умберто. Но он странно себя повел. Ну давай за ним. Нет, Вик. Я не хочу, чтобы моего отца забрали эти две тёлки. Он мужчина. Он просто умрет от стыда. Тогда иди ты. Чувак, я не могу вести. Я в истерике. Черт, я поеду и заберу его. Ты мой должник, придурок. Ну да, придурок тот еще он. Ужас. Чего, блин? Погнали к Альберто от Умберто. К Мольберто от Умберто. Где ты? Где ты водишь, волк? Где ты водишься, волк? Да что, как далеко опять ехать? Вы что, издеваетесь? Только понадеялся, что сейчас опять по Бырику проеду. Где вы на борьбу, мне интересно, смотрите? Что у вас там за... Ой-ой-ой-ой, извините, извините, я не хотел врезаться в вас. Без попутал. Отвечаю, без попутал.
А, так в этом что ли прям? На стадионе? Да, на стадионе бои проходят, охренеть. Я думал, там только гонки. Альберто, твой сын послал меня за тобой. Грасиас, сеньор, ты опоздал? Поздно? Не могу открыть кафе позже. За последние 20 лет я ни разу не опаздывал. Не волнуйся, Альберто, нет проблем. Чё, тут на время ехать, что ли, надо? А, нет. А, до открытия... Ещё один маленький... 7:15. Что-то мне не здоровится. А, врезаться нам нельзя. Спокойно, сердце моё. Чё тебе не здоровится, мы ж... Мы аккуратно ж едем. Спокойно, сердце мое, прошу вас, у меня с собой нет лекарства. Да ну что ты, ё-моё, мы же что-то аккуратно мне не едем. Мы ж, блин, даже не превышаем. Спокойно, сердце мое. Ой. А? Что здесь происходит? Аккуратно проехать мимо мексиканцев нам надо. Да что ты, блин? Нам главное проскочить этих мексиканцев, и все будет в порядке. Ой, а чё у вас там так много-то? Успеем. Спокойно, сердце мое, прошу вас, у меня с собой нет лекарства. Двигайся, сука. Вот такие дела. Прям как хорошо проскочили. За машиной спрятались. Пипец, чё весь район в мексиканцах? Успели. Вся эта спешка, мое сердце уже не то, что в молодости, да. 1000, офигеть, вот это нам отвалили денег. Ну погнали, что опять нам Умберто предложит. О, там, кстати, его граффити было. Лучшие дни Малой Гаваны. Спрашиваю вас еще раз, вы мужики? Тогда почему такие трусы? Нам теперь так стыдно. Потому что у вас нет мужества, детки. А у меня здесь полный мешок. Просто тонна. Сколько душе угодно. На всех хватит. Он на самом деле мужик, что надо. А ты что, детка, нашептываешь сладкие глупости на ухо какой-то тёлки? А, жеребчик? Нет, босс? Виктор Венс, это настоящий мужик, с настоящими яйцами. Ты не боишься никаких чола, так же, Вик? Знаешь, я вообще никого не боюсь. Тогда покажи им, кто ты. Нет, я служил в армии, а не на флоте. Пошли вон, шлюхи. Давай, чувак. Я просто развлекаюсь с тобой. Кто-то должен преподать этим чёлам хороший урок. Наверное, я пойду туда один. Умберто, босс, я готов на все, серьезно. Я не хочу снова испытывать свою удачу. Да, мы можем вытрясти из них все дерьмо и остаться при своих. Да, давай прокатимся. Видишь, Вик, они не хотели уходить. И вот они ушли. Искусство лидера в том, чтобы убедить людей, что у них всегда есть выбор. Вот оно чё. Вот это чё. Мои люди готовят сюрприз, Чоло. Они встретятся с тобой немного позже. Когда? Когда расчистишь путь, мы сможем попасть в Чоло и забрать их пушки. Буду управлять атакой с этого места. Конечно, нам как раз нужен координатор. А, ну то есть ты зассал, да?
Так, а чё я взял? А, я оружие взял. Вот это хороший подгон мне сделали. Так, вначале мне нужно охранников склада фигакнуть. Ну окей, ладно. Погнали расчищать путь. Ух, ни хрена себе вас там, блин. А где проезд? С той стороны, что ли? Походу, да. Так, выбираем шо. Вот. Это день страшного суда. Теперь ты не состаришься. Твоей жизни конец. Блин, нам бы надо было этот взять. Бронежилет. Да что ты не целишься в него? Да целься ты. Во. Расчистили. Пока загружаемся, нужна защита, я же это сказал. Я прикрою. Нравится наш подарок, Чола? Какой вкусный. Да они угорают. Это не репетиция. А откуда хоть вы все бежите-то? Теперь оттуда. Может вонять? Хочешь помолиться? Молись. Давайте грузите, блин, быстрее. Конечная остановка. Привет, мертвичек. Тут, блин, все выходы открыты, охренеть. Аж два сразу. Вот мне бы сейчас дробовик не помешал. Че у вас у самих-то пушек нету, ни хрена? Вы че, охренели? Конечная остановка. Отцепи, козел. Долго перезаряжается. И кто теперь босс? Хочешь помолиться? Молись. У меня аж патроны кончились. Ты ох, блин. Не сможешь. Может, это мужчина. Быстрее. Еще один. А теперь ты понял? Да ты убегай. В смысле? Бронежилет, вот. А, ну все, нам в принципе пора валить. Так что... Или нет? Вот этого последнего надо убить. Да, бойся. Ты меня черт, у меня патроны закончились, чувак. Вовремя. Я взял то, что нужно, я возвращаюсь. А меня? Покажи, что ты мужчина. Погнали. Делаем ноги отсюда. Да, у меня хп вообще чуть-чуть совсем осталось. Следи за машиной мексиканцев. Да надо мне это... Как я за ними буду следить? На карте мне их покажите. Вот это график.
Блин, я так мог сократить. Блин, может, копы, ну, блин, остановите его. Ну что вы, блин, тупите. Копам вообще насрать. Вообще глубоко насрать им. На этих мексиканцев. Как так дело делается? Дружище, сегодня отличный день. Лучше не бывает. Изменили порядок дел в Миланской гавани, теперь чело конец. Ух, вот это взрыв. Нормально. Офигеть, все здание разрушили. Умберто Робина говорит, что ты настоящий друг. Можешь на меня рассчитывать? Я люблю тебя как сына или как собаку. Весельчак, блин, еще тот. О, мы прошли пока что все задания. Костюм в кубинском стиле теперь доступен в шкафу вашего дома. А, погнали, посмотрим. Посмотри, красивая. Я работаю. Доход бизнеса. 1300. А где, кстати, у нас еще... А, ну, в принципе, дом как, у нас, как обычно у нас. Ну, погнали посмотрим, что у нас за костюм такой новый появился. Заодно вот жизни возьмем. Ой-ой-ой. Во, все отлично у нас. И броня есть, и здоровье. Сейчас доедем до нашей хаты. Тихо. Так, ну что у нас тут? Одежда. А, вот это что ли? Костюм в кубинском стиле. Ну что, мы теперь кубинцы? Получается. Ну и на этом мы будем заканчивать очередную серию по GTA Vice City Stories. Мы сегодня выполнили задание у Умберто и у Луизы. Вот. На следующей серии мы уже будем выполнять задание у Лэнса. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Всем пока.